Облегчить жизнь пациентам должны электронные больничные. Оформлять их в России начнут с 1 июля. Предполагается, что это решит сразу несколько проблем. Сократит расходы на изготовление бумажных бланков, уменьшит количество страхового мошенничества, а также избавит людей от лишней бумажной волокиты. Электронные больничные не будут обязательными. Пациент сможет выбрать самостоятельно, какая форма для него удобнее. Обычный бумажный лист нетрудоспособности или электронный вариант. Во втором случае ему не придется нести больничные на работу. Достаточно будет назвать в отделе кадров номер электронного листа. Южноуральские больницы к новой системе уже готовятся. Напомню, указ о введении электронных листов нетрудоспособности подписал Владимир Путин. А выдавать их начнут с 1 июля.